То есть нужно так готовиться, чтобы не было вопросов. Надо, кому-то надо врезать. Всем привет, мы в гостях у Владимира Бирюка. Привет, Володя. Приехали в Киев специально заснять его тренировку спины. Ну, для тех, кто не знает, Вова у нас. Скажи, что ты выиграл сам. Наверное, так будет проще, чем я буду перечислять. Не скромничай. С последнего важного был 3 на чемпионате мира и абсолютный чемпион Европы. Ладно, я добавлю. Чемпион Киева и всей Украины. Вовке, как он сказал, отстающих мышц нет. Но все-таки мы решили, что это. Мы решили, что это все-таки спина. У меня она тоже не акти какая, поэтому будем работать усердно над данной мышечной группой. Ну и что-нибудь да получится, если долго мучиться. Пошли. Да, давай. Обычно с верхнего блока начинаю, если что. Всегда тянешься между подходами? Ну да. Так, ну дальше я добавляю вес. Смотри, ты это. Ну, то есть у тебя, допустим, подтягивание – это не основное упражнение на ширину спины, ты считаешь? Я не выделяю там основное упражнение, основное. Каждое упражнение отвечает за какой-то, правильно, участок, да, скажем? Да, да. Там, мышечную группу под руку или же угол. То есть, если уже там включаешь, ты же включаешь какой-то цели. Нет. Ну, для меня подтягивание-то, чтобы вся спина поработала в целом. Все так запустилось, как бы. Ну, дальше можно здесь подтягать. Верхний, да? Да. Вот это мое любимое упражнение. Ну, я предлагаю сейчас сделать обратный хват, а мы типа прямым делали. Обратным, да? Да. Обратным широким берешься? Да. Скажи, ты тренируешь мышцы, группу мышечную один раз в неделю прогоняешь? Или у тебя цикл есть, допустим, 7, 14, 12 дней? Или вот раз в неделю спину качаешь и все? Не, ну так, что раз в две недели, нет, хорошо, если пропустил. Ну, раз в неделю, да, в основном. Скажи, у тебя много приемов пищи на массонаборе? Стараюсь почаще, небольшое количество. Ну, как есть, знаю, как бы декларируемое, да, намерение, что я планирую, хотел бы, и то, что по факту получается. Это же атлетический помост, лейка, да? А. У нас ни в одном зале его нет. Ну, сейчас будем делать пуловер. Слушай, я давно мечтал на нем поработать. Ну, как бы тут такой нюанс есть. Я что-то не того роста, короче. То есть я себе резинку цепляю. What's the matter? You afraid you're gonna get hurt? I'm with my homeboys, my ties, my camaradas kicking back on me, ganga y pa' mi no diga nada. You're switching on this, like Al Capone, this, control our thoughts, so don't ever try to sweat me. Some of... Очень хорошее упражнение. Прям бьет по низу широчайше. Так же, как и там, тянули узким хватом. К животу туда, вниз, самой груди. Ну, прям очень. Прям вот сюда. Вот, вот я прям чувствую. This is for the Rasa. Уже чувствую, как накачал спину немножко. Смотри, тут есть нюанс. Вот тебе подскажу со своей стороны. Вот попробуй еще раз просто снять ее. То есть
Ну, сейчас нормально снял. Вот видишь, ты когда при прошлом подходила старая, она у тебя была на расстоянии. Надо всегда по ногам тянуть. Конечно. Это безопасность. Я до этого подхода делаю быстро, там снял, поставил, подошел. И вот, допустим, если что-то тяжело идет или что, то я могу перед подходом делать там не на 8-12, а там на 6 раз. Мы изначально понимаем, что там вес тяжелый, техника там, допустим, будет искажаться. Но насколько она искажается, каждый для себя определяет. То есть у меня она искажается, но я очень хорошо чувствую спину. У меня есть тренировки, когда я делаю больше рабочих подходов с меньшим весом. Где ты черпаешь мотивацию? Наверняка был момент, когда ты уже вот, будучи на диете, у тебя там соревнования уже остаются там за неделю, максимум там две до соревнований, тебе уже ничего не хочется. Конечно. Хочется? Пожрать вот. Хочется. Он слышит сейчас нас, типа, да. То есть думаю, что килограмм 80 я могу сделать раз в 10. У тебя как по воде? Ну, я не считаю, пью сколько хочу за тренировку. То есть, ну, полтора точно пиваю. Ну, тот же момент, то есть, ну, ты воду момент, не да. ограничиваешь. Надо пить, потому что если мало пьешь, быстрее устаешь. Ноги стоят узко, вот. Живот упирается в ноги. Да, вот я понял. Вот. Для этого нужно ноги чуть-чуть в стороны поставить. Не шире, да, а просто колени в стороны, чтобы живот прошел между ног. И ты прогнулся. Тоже еще вверху у тебя такая штука, ты сейчас делаешь и вот тут балансируешь. А, сразу. Поясница там уже нагружается, да, уже да. Вот эти штуки там. Ну, тоже из разряда типа мотивации, или что, какую музыку предпочитаешь слушать? Зальную или ты в наушниках работаешь? Не, ну если на наушники при мне, то в наушниках нет, вот как сейчас в зале. Ну я, честно говоря, музыки смутно разбираюсь. Ну такое, что мне когда оно играет, допустим, мне нравится, то я, слушай, я не могу понятно, не знать. Понятно, меломан, короче, то, что нравится, это может быть рок, попса, все, что хочешь. Все, что хочешь, да. Мне нравится такое, знаешь, более подвижная музыка, которая тебя вот как бы вот сама она тебя заводит. Лично для меня это сложно. I'm sick to death of eating breakfast on my own, starting out my daily blues. I'm sick to death of spilling coffee on my phone, scrolling through pictures of you. I'd like to say the thing. Ну, смотри, я думаю, что можно еще сделать. О, здесь можем еще сделать. But I know that it's no use. If I ever find anyone half as good as you, I think maybe that would do. Что, ребят, наша тренировка подошла к логическому завершению. Покачали сегодня спину. Спасибо, что приехали, сняли тренировку. Очень приятно. Думаю, еще увидимся. Лучшие друзья, мужчины в мире. Красивые, надежные, чугунные гири. Лучшие друзья, мужчины в мире. Красивые, надежные, чугунные гири. Гири!